Мой любимый музыкальный жанр – это саундтреки к показам. Мне нравится британский рок. Я тоже люблю лаунж и фьюжн, такие микс. Около есть участные звуки и натуральный инструмент. У меня, наверное, рок. Я соткана из разных жанров, потому что я человек, выросший в семье, где слушали фольклорную, классическую, джазовую, соул. Я к людям, да, настрою, я люблю все, окрім року. Любимый музыкальный жанр – все, что связано с фортепиано. Я предпочитаю минимализм как в одежде, так и в музыке. Джаз тоже люблю и, в принципе, волк-мюзик люблю. Это инди-рок, но я также очень люблю джаз, причем люблю больше, когда музыкант импровизирует. Я был на всех концертах Дюка Эллингтона в Киеве в 1971 году, и вот тогда я понял, что это музыка свободных людей, или людей, которые хотят быть свободными. Хочу поздравить зрителям, что сегодня будет фантастическое слияние души, фантазии, гармонии. Музыка, которая способна передать чувства, это очень редко бывает. Свобода. Джаз – это свобода 100%. Но иншого не можем.